Дмитрий Медведев подписал постановление, разрешающее не устанавливать на автомобиле знак «Шипы». Ранее закон запрещал ездить на машине с шипованными шинами при его отсутствии. В МВД сообщили, что знак утратил свою актуальность, а его отмену согласовали все профильные ведомства. Кроме этого, наклейка на заднем стекле может ограничивать обзор, пишет РИА Новости. Как сообщает ТАСС, первые генетически модифицированные дети родились в Китае в начале ноября. Вмешательство в их геном на стадии эмбриона сделало двойняшек невосприимчивыми к ВИЧ. Об этом заявил автор эксперимента, биолог Цзян Куйхэ. При этом практически все лидеры в области редактирования генома человека однозначно осудили ученого. Они опасаются, что из-за его действий под угрозой может оказаться вся индустрия. В Челябинске на продажу выставили квартиру почти за $1 миллион. Она находится в доме на пешеходной части улицы Кирова. Планировка квартиры имеет конфигурацию с радиусными стенами, плавными переходами из помещения в помещение. По информации 74.ru, это самая дорогая недвижимость в районе ТРЦ «Куба». Высокую стоимость жилья аналитики связывают именно с близостью к торговому комплексу.